Всем привет! Вы на канале про трейдинг и инвестиции. И в этом видео «Первые минуты после листинга криптовалюты JASMY». Ее запускают в 4 торговых парах. Я запишу в пару из USDT и посмотрим, насколько изменится цена. Про листинг нам сообщили примерно за 2,5 часа до начала. Вы можете посмотреть, что такое JASMY Coin. Но хочу вас предупредить, что на листингах заходить опасно, чтобы не слить свой депозит. Поэтому лучше заходить после коррекции. Давайте ждем начала листинга. Я запишу несколько минут и можете прокручивать ускоренно, без комментариев, в принципе, потому что обычно, когда запускается в 4 торговых парах, то идет довольно большой скачок. Посмотрим, что будет в первые секунды. И потом интересно, насколько же пойдет коррекция. Вот таким образом. Итак, осталось 17 секунд. Посмотрим. Пять, четыре, три, два, один. И изменение цены почти в два раза, то есть от 0.14 до 0.26. Сто процентов вот только что показала. Очень интересно. Быстро увеличивается объем торгов, уже 7 миллионов. Довольно хорошая криптовалюта.
Итак, пошло снижение на второй минуте. И падение уже на 23%. Но в общем показывает 100%, то есть он будет у нас лидером роста сегодня, скорее всего. Так, следующая минута у нас еще 18% падения. И практически уже до середины диапазона первой минуты он спустился.
Итак, прошло уже 8 минут. Как мы видим, коррекция была около 50%. И я надеюсь, что вы только после коррекции более длительной будете заходить в эту крипту. Все, всем спасибо за просмотр, всем удачной торговли. Пока-пока.